Паралли рейда в Казахстане в 2018 году. На счету экипажа также участие в трех редакциях международного ралли «Шелковый путь», две победы в ралли-марафоне «Африка Эко Рейс» и неоднократные призовые места на этапах чемпионата России по ралли-рейду. Ну а механик... Друзья, давайте просто посмотрим, еще раз поаплодируем. Поаплодируем этой команде КАМАЗ-мастер, легенды автоспорта.